Всем привет! Меня зовут Любовь Стасюк. Скоро на моем канале будет 20 тысяч подписчиков. Хочу сказать вам, мои дорогие, большое спасибо за то, что заглядываете на мой канал и смотрите мои мастер-классы, за то, что пользуетесь ими. Спасибо вам за ваши теплые комментарии и лайки. Спасибо, что вы со мной. В честь этого хочу провести для вас небольшой розыгрыш, в котором могут поучаствовать жители Украины, России, Казахстана и Белоруссии. Итак, знакомьтесь со спонсорами розыгрыша. Первым спонсором для случайного победителя из России есть интернет-магазин «Цветодельница». Находится магазинчик в Ростовской области и отправляет свои заказы покупателям почтой. Там вы можете найти множество мелочей для вашего любимого рукоделия. Ленты, кружево, бусины, цветной капрон и проволока, фом и фетр, аксессуары для волос и другие материалы для канзаши, топиариев и цветоделия. Товары все в наличии, приемлемые цены и недорогая доставка. Минимальной суммы заказа нет. Также оплата на выбор, наложенный платеж, либо предоплата. Интернет-магазин «Цветодельница» дарит случайному победителю из России, подписчику моего канала, набор для рукоделия. Вот такой красивый, как вы видите на фото. Спонсором для случайного победителя из Казахстана стала подписчица моего канала Елена Канакаева, которая помогла мне провести розыгрыш и для жителей из Казахстана. И ей огромная благодарность от меня. Елена Канакаева дарит случайному победителю, подписчику моего канала из ее страны, такой замечательный наборчик для рукоделия. А вот случайный победитель из Белоруссии получит набор картинок для эпоксидных наклеек от меня. Спонсором из Украины для случайного победителя из Украины, подписчика моего канала, есть один из моих любимых магазинчиков Томкин Ларчик. В этом магазинчике вы можете найти все необходимое для рукоделий. Атласные органзовые парчевые репсовые ленты, красивые серединки, наклейки и крышечки, разные декоративные ленты, фурнитуру для создания цветов канзаши, а также инструменты. Тут вы можете приобрести пластиковые шаблоны для бантиков, 5- и 8-конечные твердые и гибкие звездочки. А также в Томкином Ларчике вы найдете незаменного помощника для рукодельницы – терморезку, то есть горячий нож для спаивания и резки лент и тканей. Томкин Ларчик находится в городе Смолине в Украине и делает отправку в любую страну. Сегодня Томкин Ларчик дарит случайному победителю, подписчику моего канала из Украины, вот такой замечательный наборчик шаблонов гибких 8-конечных звездочек от 5 до 9 сантиметров. И набор шаблонов от 6 до 11 сантиметров плюс универсальный шаблон, а также 10 пар любых наклеек на выбор из альбома магазинчика. Итак, для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше и получить подарочек, вам нужно: первое, быть подписчиком моего канала. Второе, написать, из какой вы страны. Третье, загрузить свое фото изделия, сделанного по моему мастер-классу, в альбом моей группы ВКонтакте или в Одноклассниках. Ссылку я оставлю ниже в описании к этому видео. Четвертое, с
скопировать ссылку на свою работу из моих групп, где вы разместили свою работу, и вставить сюда комментарии к этому видео. Пятое. Написать любой комментарий под этим видео. И шестое. Все 5 пунктов написать в одном комментарии. Седьмое. Не забывайте открывать подписки, чтобы можно было проверить, подписаны ли вы на мой канал. Хочу поблагодарить спонсоров розыгрыша от всей души. А вам желаю удачи в розыгрыше. Результаты мы узнаем, когда на канале будет 20 000 подписчиков. Всем пока! С вами была Любовь Стасюк.